Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Ильин Владимир, компания «Прокатиться.ру». И сегодня у нас будет не совсем обычный обзор аксессуара, самого главного, который должен находиться в вашей лодке, в вашем катере, когда вы находитесь на воде. Это жилет, страховочный жилет любого практически производителя, но сегодня в ролике мы будем рассматривать жилет компании Badger. А в конце этого ролика мы огласим условия конкурса, согласно которому мы подарим счастливому владельцу лодки или лодочного мотора или катера этот жилет, который мы специально забрендировали для вас с надписью «Прокатись.ру». Погнали! Итак, с чего хотелось бы начать? Мы не будем обсуждать с вами в этом ролике, нужен жилет или не нужен. Мы считаем, что априори нужен всегда и везде. И согласно правилам использования водомоторных средств на воде, жилеты должны быть в каждой лодке по количеству пассажиров в этой лодке. Цветовая гамма производителя Badger состоит из 4 цветов. Первый цвет, самый яркий, самый нарядный, это красный цвет. Для того, чтобы, скажем так, поспокойнее цвета, выбираются синий цвет, серый цвет, в котором, кстати, я достаточно часто появляюсь на видеообзорах различных катеров. И есть вот такой цвет камуфляж, как раз который будет востребован у людей, увлекающихся охотой, либо которые сидят в засаде в тростнике или в камыше. Честно говоря, не охотник, но, тем не менее, такой жилет есть. По стоимости этих жилетов, значит, ориентировочная стоимость на апрель месяц 2019 года в среднем 2800 рублей за жилет и, соответственно, жилет, который камуфляжного цвета, камуфляжной расцветки, он будет стоить 2950 рублей. Давайте рассмотрим с вами этот жилет поподробнее. Его функционал, кармашки, решение, которое применила компания Badger. Сразу же хочется отметить, что разработан этот жилет в Корее, производится он в Китае. И это жилет универсальный. Он идет в одном размере для взрослого человека, что для женщин, что для мужчин. И, соответственно, имеет определенные хлястики и ленточки, которые мы сейчас с вами рассмотрим, для того, чтобы подобрать нужные к вашему телу, скажем так, нужный размер. Итак, инструкция нам гласит на то, что этот жилет используется для водных лыж, для вейкборда, для фишинга, либо для охоты. Все-таки этот жилет, на самом деле, можно отметить, что он больше будет использоваться для рыбалки, либо для охоты. Он очень удобен. И я своим личным опытом уже могу это доказать, потому что, опять же, в прошлом году практически весь сезон провел в таком жилете на лодках, снимая обзоры, используя его для рыбалки. И хотелось бы отдельно рассказать как раз про его достоинства. Достаточно плотный, хороший материал, который позволяет именно не чувствовать там всевозможные зацепы, но при этом при всем сетка с обратной стороны не дает потеть вашему телу на той же самой жаре, когда многие жилеты как раз этим грешат. Значит, отстегивающийся воротник, позволяющий как раз перевернуть ваше тело, если вы, не дай бог, упали в воду, да, то есть он на спину переворачивает ваше тело и приподнимает голову, именно для этого нужен этот отстегивающийся воротник. Почему отстегивающийся? Если вам неудобно, некомфортно, или, к примеру, вы его всегда можете отстегнуть. Например, вы пошли там куда-то там поохотиться, да, опять же, про камуфляжную расцветку. Дальше, сверху идут две светоотражающие этикетки, которые, если вы, например, свалились в воду, вы их можете, во-первых, заменить на какую-то другую этикетку Badger, к примеру, там, ваша рыболовная команда, либо там ваша, там, не знаю, там, группа крови, не дай бог, конечно, и там резус-фактор там отрицательно-положительный, но, тем не менее, есть две липучки, в которые можно что-то сюда прицепить. Дальше идут карманы, причем здесь карманы есть как на липучках, сеточка, чтобы вода выливалась, так и на молнии. Молния используется не японская, а все-таки китайская, но достаточно такого тракторного типа. При этом в каждом кармашке есть сливное отверстие для воды. Если вы набрали воду, соответственно, с этого кармашка вода сливается. Всевозможные хлястики, в которые можно прицепить то или иное рыболовное оборудование. Ну, наверное, мягко скажем, это как жилет Вассермана.
Вот то же самое. В него можно сложить кучу всяких разных мелочей, которые вам однозначно понадобятся на рыбалке. При этом вы будете стоять, обрабатывать рыбу или там, не знаю, там с птицей, если вы на охоту там связаны, да. При этом при всем все будет в кармашках, все будет под руками и не валяться в разных частях этой лодки. Значит, по правой, на правой груди такой же симметричный кармашек с такой же молнией, с таким же системой слива. Снизу два кармашка побольше. В них есть дополнительные кармашки для инструмента, либо там для каких-то мелочевок. То же самое имеется система слива из этих кармашек. Если вы, например, там упали, вылезли из воды, у вас вода вся из этого жилета будет стекать. И здесь с внешней стороны также есть, скажем так, кармашек специальный на липучке, который используется для ножа, для мультитула, для каких-то аксессуаров, которые, возможно, вам также понадобятся. Здесь идет U-образный так называемый рым, маленький пластиковый, к которому можно зацепить либо ленточку, либо страховочную чеку, когда мы идем на лодке, от лодочного мотора. Если, к примеру, что-то случилось, вы выпали из лодки, то с помощью этого крючка вытягивается стоп-чека, лодка глохнет, вы до нее доплыли аккуратно, залезли в нее и дальше продолжили свое путешествие. Что с обратной стороны? Значит, с обратной стороны ничего нет. Данный жилет мы забрендировали, как раз про что мы сказали, чуть позже мы расскажем условия конкурса, который будет проведен на нашем канале. И изнутри этот жилет также представлен следующим видом. Здесь по левой груди, значит, идет специальный потайной кармашек, в котором есть чехольчик для мобильного телефона, причем он с молнией, где может, не с молнией, а с зипом так называемым, который можно закрутить, и у вас мобильный телефон всегда будет, в общем-то, доступен. Вам, и вы его не утопите. Значит, здесь же идет молния для того, чтобы можно было вытащить эту подслойку, либо что-то положить, там, например, фельдшвейер тот же самый, да, можно упаковать сюда. Здесь идут отверстия для того, чтобы вода сливалась, если попали, например, опять же, в воду. Вот. Здесь дополнительный кармашек. Здесь идет для лента, которая идет, паховая лента как раз, чтобы вы, падая в воду, надо, скажем так, чтобы с вас жилет не соскочил, предварительно нужно зацепиться паховую ленту и зацепить его как раз на этих разъемах. И, соответственно, с нижней части то же самое. Можно разобрать жилет, вытащить материал, который используется как блок плавучести. И на спине здесь как раз хранится вот та самая паховая лента, которую можно зацепить на пластиковых хомутиках, продеть через себя. По правой руке, на правом, скажем так, половинке такой же внутренний кармашек. Используется для какой-то мелочевки. Теперь давайте я вам продемонстрирую, как он одевается, как он утягивается, для того, чтобы вопрос отсечь там практически раз и навсегда. Значит, одевается он легко и просто. Значит, когда вы его одели, вам необходимо утянуть вот здесь вот лямочками специальными. Как раз, чтобы здесь все соответствовало как с левой стороны, так и с правой стороны. Так, раз. Здесь застегнули на молнию. Все кармашки. Все удобно, нигде ничего не жмет. Бороду не прижимает. Соответственно, паховая лента продевается через одну ногу и застегивается вот таким вот образом. Естественно, она тоже утягивается, поэтому, когда вы слетаете в воду из лодки, например, там падаете в воду или прыгаете в воду, если хотите даже покататься там на вейкборде или там на водных лыжах, жилет вас будет поднимать вверх, вот так делать неудобно, а паховая лента как раз будет сдерживать. Все. Так, ну а теперь самое приятное. Значит, условия проведения конкурса. Первое. Вы должны быть подписаны на нашу страницу в ВК. Второе. Необходимо сделать репост нашего сообщения с этим видео к себе на страницу с комментарием «Заряжен в прокатись». И третье. Дождаться итогов подведения конкурса, который будет проходить с 15 апреля, а подведение итогов у нас будет происходить 15 мая 2019 года. Победитель будет выбран случайным образом с помощью специального приложения ВКонтакте. И этот жилет с надписью «прокатись.ру» мы вам отправим абсолютно бесплатно до вашего адреса в вашем городе. Всем удачи и пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, увидимся на воде!